Бусидо. Путь воина. Набухико Такада против Казо Ямазаки. Вот он, поединок первого и второго номеров японского рейтинга бойцов Бусидо. Ямазаки. Сейчас давайте просто послушаем, как зрители будут приветствовать Нобухико Такада. Это чемпион всего, что только существует. В борьбе Бусидо он выиграл абсолютно все. Сейчас судья-информатор на ринге будет представлять соперников. Согласно табели о рангах, первым должен быть представлен Казуо Ямазаки. Да, совершенно верно. Он из Токио, ему 31 год, весит он 230 фунтов и рост 6 футов 3 дюйма. Неожиданно в последнем бою Ямазаки потерпел поражение от Йоджи Анжо и, естественно, сейчас жаждет победы. 19 боев он провел и в 13 одержал победу. Но это уже Набухико Такада. Слушайте. Как его приветствуют зрители? Он из Канагавы. Ему также 31 год. Он весит 230 фунтов. И рост его составляет 6 футов 1 дюйм. В последней схватке против Билли Скотта Набухико Такада добавил еще одну победу в свой актив. Посмотрите, 21 бой проведено на ринге и 20 побед одержано. Фантастический результат, друзья мои. Интереснейший поединок нас сейчас ожидает. Первый номер рейтинга против номера 2. Такада против Ямазаки. Такада в костюме фиолетового цвета, такого лилового. Ну и Ямазаки в закрытом трико черно-серебряного цвета. Несомненно, и тот, и другой очень хорошо знает и технику, и манеру ведения боя своего соперника. Так что вполне вероятно, поединок этот будет очень долгим. Пока, естественно, разведка. Проверка каких-то слабых сторон. Такада. Вначале вроде бы атаковал, но Ямазаки поймал на контратакующий прием. И вот сразу же Такада опять в атаке. Посмотрите. Теперь уже в атаке Ямазаки. Чрезвычайно интересный бой. Если так будет во время всего поединка, то зрители только обрадуются такому ходу событий. Казалось бы, Такада сейчас не позволяет проводить каких-либо активных действий Ямазаки. Но Ямазаки, смотрите, оттаскивает Такаду к центру ринга и начинает проводить болевые. Вернее, пытается это сделать. Сразу же попадается на контратаку. Вот не зря это номер один и номер два, согласитесь, друзья мои. Нету особого преимущества ни у того, ни у другого. Примерно равны они по силе, но первый балл зарабатывает Такада. Все-таки показывает он, что не стоит Ямазаки забывать, кто является все-таки чемпионом мира и номером один в мировом рейтинге.
довольно-таки резвое начало. Что будет дальше? Время покажет, а пока атакует Казуо Ямадзаки. Он сейчас пытается провести удушающий прием. Попытка взять на излом руку Такады. Пока ни к чему не приводит. Ну, интересно, чем же все это закончится? Сейчас уже Такада контратакует. Смотрите, левая рука Ямадзаки находилась практически под угрозой. Но, тем не менее, вывернулся. Вывернулся Казуо Ямадзаки. Сразу же вспоминаются рассказы про великого русского борца Ивана Поддубного. Наверное, многие помнят о том, что один из соперников нашего борца был обильно смазан оливковым маслом или жиром и все время выскальзывал из рук Поддубного. Вот сейчас такое же ощущение складывается, что и Такада, и Ямадзаки также используют такого рода смазку, либо жир, либо какое-то масло. Уж больно легко удается и тому, и другому выскальзывать из захватов соперника. Конечно же, это исключительно мои домыслы, и уверен я, что самураи не идут на такого рода ухищрения. Просто класс и того, и другого настолько высок по сравнению с другими борцами Бусидо, что каждый из атлетов не стремится как бы додержать до победы своего оппонента, поскольку понимает прекрасно, что все это очень чревато и можно попасться на контратакующий прием. Такада внешне очень спокоен. Ищет возможность для атаки. Конечно, для фоторепортеров такие бои — это просто-напросто лакомое кушанье. На следующий день, я уверен, все газеты будут пестрить фотографиями с этого поединка. И вот этот бой, естественно, номер один. Бой сегодняшнего вечера, а вполне вероятно и этого месяца. Редко можно увидеть бои между первым и вторым номером рейтинга. Как правило, встречаются эти атлеты с более слабыми соперниками. И сейчас рефери, смотрите, удерживает Ямадзаки. Как сейчас атаковал Ямадзаки? Трижды, четырежды прошли удары по корпусу Такади. И пятый был очень болезненный. То, что сейчас будет открыт счет, это нет никаких сомнений. Вы посмотрите. Да, это уже удар по самолюбию очень серьезный. По самолюбию Такады, естественно. И сейчас Такаде надо каким-то образом реабилитироваться. А в глазах болельщиков держится за живот Такада. Что неудивительно, несколько таких ударов он пропустил, что другой на его месте мог бы и отказаться от дальнейшего ведения боя. Великолепно сейчас атаковал Такада. Дважды удара коленями прошли. И как он, смотрите, как он действует в атаке. А сейчас уже Ямадзаки не позавидуешь. Хотя не очень. Вот сейчас более крупный план показывает режиссер, и видно, что не очень-то эффективен этот захват в исполнении Такады. Но публика уже понимает, что в этом бою скучно не будет. Мне кажется, публика поняла это очень давно, но тем не менее сейчас атлеты подтвердили это. Спасибо им, естественно,
подтвердили, во-первых, свое высочайшее мастерство, а во-вторых, то, что прежде всего такого рода схватки идут исключительно для болельщиков. Победа чистая! Чистая победа Нобухико Такада. Вы посмотрите, как великолепно сейчас взял на болевой прием Такада правую руку, руку Казо Ямазаки. Это было великолепно. Так что Ямазаки даже не может подняться с ринга. Это было нечто. Разведка была, по-моему, первые, ну, минутку, может быть, секунд 40, а дальше было исключительно зрелище, экшен. И это было здорово, действительно. Очень приятно, что бойцы находят в себе силы поблагодарить друг друга за этот поединок, несмотря на то, что Ямазаки потерпел довольно-таки обидное поражение. Ну, а победитель, как уже привычно, это Нобухико Такада, чемпион мира и номер один в мировом рейтинге.